говорят, что гармошка не в моде, что народная песня устарела. Только вот заиграла мелодию и заветные струны задела. Кто из нас не знает, что ни один праздник не обходится без сопровождения музыки и песен? Это знают все. Музыкальные инструменты всегда были обязательной частью любого торжества, а иногда и повод не требовался, ведь русская душа всегда поет. И с малых лет почти каждый владел навыками игры. В прошлые времена человек был ближе к природе, чем сейчас, поэтому музыкальные инструменты создавались на основе ее звуков и изготавливались из природных материалов. И нигде так не чувствуется красота и гармония, как при игре на народном музыкальном инструменте. И ничто так не близко человеку, как мелодии, знакомые с детства. Я уверена, что если задать нескольким людям вопрос, какой русский народный музыкальный инструмент является одним из самых распространенных, многие, не задумываясь, скажут, что это гармонь. Сейчас, в наше время, гармонь не теряет популярность, и у этих музыкантов есть свои слушатели. А наш город посетил известнейший гармонист, обладатель множества званий и наград, лауреат всевозможных конкурсов и фестивалей Евгений Петрович Дербенко. Он побывал в Ульяновском музыкальном училище и в беседе со студентами и преподавателями многое рассказал о своем творчестве. Например, о своем музыкальном коллективе. Я попал в этот мир ливенских гармошек. В 1975 году. Мне надо было сделать программу на полтора часа с этим коллективом, который любители. Там приходили там, токари, слесари, какие-то разные там, не знаю, кто, люди какие-то разные, старички приходили. Вот они собирались и играли. Они играли так, вот начали играть и играют, пока не надоест. Вот. Надоело, командир там дает знак делать. Вот так. Мне пришлось ими заниматься, то есть сделать из этого, как-то слепить какую-то музыкальную форму, солистов показать, там что-то сделать с ними отдельные номера какие-то. Вот. Репертуар ансамбля стал уже большой такой. Ну, надо было полтора часа на сцене, они там сыграют два-три навеша. И все, и слушать невозможно уже, потому что дальше уже просто, ну, будет то же самое и все. А полтора часа на сцене. А должен был поехать в Западный Берлин, краснознаменный ансамбль песни и пляски советской армии. Представляете? Вот. А там в Западный Берлин сказали, нет, нам не надо. От них выйдут там, ну, что, представляете, выйдут там эти все наши солдаты в военной форме. Да как гаркнут там священная война или все эти наши песни там. Они все там, ну что, что это для них? Наш ансамбль краснознаменный, он был для них, как говорят, хуже атомной бомбы. Они его боялись, потому что там действительно ну, такой коллектив мощный и такие песни великолепные. Вот. И решили послать ансамбль из глубины. Послали ливенские гармошки. Вот так я попал в мир гармоники первый раз с этим столкнулся. Ну а потом получилось так, что вот ансамбль «Орловский сувенир», где у меня 5 музыкантов играли на 40 инструментах, менялись по ходу исполнения там разными инструментами. Я сам играл где-то на 20 инструментах по ходу концерта. Кто-то, у кого-то 15 было в руках. Ну так, по очереди. Вот разные пьесы на разных инструментах, пьесы сценки. Ну, был такой, в общем, коллектив очень своеобразный. У нас театрализация была, еще там не знали такого слова, шоу. Что такое шоу? Но у нас был концерт, спектакль, такой инструментальный театр, где выходили на сцену, там играли стоя, с движений, какие-то там разыгрывали вещи. Я писал репертуар, конечно, и все. Потом, значит, настало вот это время, 92-й год, и я вот тут как-то вот, знаете, у меня что-то такая в голову мысль пришла, смотришь на этих гармонистов наших, да, которые играют. Ну и как-то вот думаешь, ну вот, ну что, ну конечно хорошо, любительский инструмент. А я к этому времени уже сам играл на хромке и на лирике в ансамбле «Орловский сувенир». Думаю, начал писать музыку для этого инструмента. И вот одно из первых произведений было у меня вот такое вот. Thank you.
Это вальс «Надежда». Он так назывался. Он, потом мы записали его в передаче «Играй гармонь». Вот. Там участвовали раз 10 были передачи. Отдельно даже передачу я делал за Волокина. В моем творчестве был у меня дома там. Ну, в общем, даже опоздал на поезд. Там пришлось поезд задержать. Фирменный «Орловский». Потому что он 4 дня был там. Он там слушал, не наслушался вообще просто. У нас гармонисты были очень интересные. В 92-м году я пришел к мысли о необходимости открывать класс гармоники в музыкальном училище. Потому что вот это любительское музицирование, это оно, так сказать, это путь, в общем, никуда. Музыканты-любители уходят, после них ничего не остается, ни нот, ни записи, ни учеников. И постепенно инструмент, значит, просто исчезает. Вот как исчезли в России многие разновидности гармоник, которых сейчас мы только в Музее Мирка можем видеть. Новоржевские, Касимовские, там вот эти вот. Значит, да и Ливенко тоже уже вот сейчас, последний мастер умер, который делал Ливенко. Все, то есть инструмент. Многие фабрики гармошечные закрылись, на которых делали хорошие когда-то гармоники. Вот. И для того, чтобы инструмент спасти, надо было, конечно, поставить, значит, его на профессиональные рельсы. Вот, собственно говоря, поэтому... А я к этому времени уже написал так достаточное количество таких пьес для этого инструмента. И переложений сделал много для гармонии там. И вот написал концерт, например, для гармоники с оркестром. Первым исполнителем был наш Геннадий Калмыков, заслуженный артист России теперь. Значит, он тогда был, кем там работал где-то в Орле, там что-то бегал, где-то крутился, вот, в парке в каком-то или еще что-то. Ну, в общем, он закончил по баяну Гнесинское училище, а на гармонии играл, что у него там родственники, там дед или там дядя тоже гармонист, и он тоже. Я говорю: Гена, вот слабо тебе, говорю, концерт сыграть для гармоники с оркестром? Ну что, давай попробуем. У него была гармония до диез-мажор, ее пришлось перестроить в до-мажор. Я говорю: давай мы с тобой все-таки так не будем, как говорится, заниматься самодеятельностью, потому что баян в до-мажоре, рояль в до-мажоре, почему гармония должна быть там, бог знает, там какие-то тональности? Ну, приведем к одному знаменателю, чтобы был инструмент, на котором можно было играть с оркестрами, ансамблями, вообще. А то соберутся 5 гармонистов, у каждого своя тональность, сыграть вместе никак не могут. Вот. Ну и очень, короче говоря, вот написано было это произведение. А потом я сделал программу, такую составил по классу гармонии. Она не отличалась по своим программным требованиям от программ баянистов и аккордеонистов. Технические зачеты, академические зачеты, экзамены, ну как, все как положено, да. И причем у нас не было, конечно, вот мы не играли там прелюдии фуги, хотя у меня есть и прелюдии фуги тоже для гармонии, вообще-то, на всякий случай, есть и такая музыка. Но зато есть другое. Сейчас баянисты уже практически вообще перестали, не знаю, как в других местах, но обработки народных мелодий уже почти не играют, потому что в требованиях многих конкурсов просто убрали исполнение народной музыки, там пишут виртуозные пьесы, и все. Ну, то есть условия конкурсов постепенно приспосабливают к условиям зарубежных конкурсов, а там нет обработки народной мелодии, там нет, значит, у них, правда, есть такое понятие — популярная музыка, но это не поп-музыка, это вот у них что, а популярные народные, в принципе, это одно и то же. Виртуозные пьесы. Ну как не знаю, виртуозные пьесы. Знаете, а есть такие обработки русских народных песен, Гризина, поиграть там, извините, там надо просто виртуозом быть настоящим, чтобы сыграть. И других авторов тоже. Но чем не виртуозно? Нет, вот как-то вот у нас теперь пошла вот эта волна. В высших учебных заведениях вообще, так сказать, не разрешают играть обработки народных песен. Ну и как-то баян стал академическим, настолько стал академическим, что уже даже стало, такое вообще. Когда-то был народным инструментом. Потом мы начинаем удивляться, почему на баян-то никто не поступает. А вот потому, когда он был народным инструментом, вал был просто на баян. Когда я учился на баяне в музыкальной школе, в 61-м. Я не прошел по конкурсу, вы представляете, не прошел. Был кандидатов столько на баян, один учитель, а там меня взяли кандидатом. Я что-то песню спел там, не очень чисто.
Вот. Ну, ладно. А потом как-то раз там за 3 года музыкальную школу закончил, только после, когда уже там, ну так, способности были такие очень плохие. И учитель мой удивился, как в 3-м классе сыграл «Краковяк» Глинки из оперы «Иван Сусанин». 22 страницы там. На баяне. Там все в шоке были просто. Ну, как-то так. Я вот мне нравилось этим заниматься. Я никто мне за палкой там не подгонял. Вот мне было интересно. Просто на баяне столько можно было музыки разной сыграть, интересно. Чайковского там, и Глинку, и Баха, и все, что хочешь. Вот. Оригинальной музыки было не так уж много в те времена, да? Тогда только начиналось, там, Чайкин сонаты, это вообще было что-то. Она и сейчас, кстати, между нами девочками говорят, да? Вот сыграть вот это вот. Какие вопросы? Все, вот. Депрофундис там, что-то еще. Могу вот это вот. Вот. А финал сонаты Чайкина, это... Ну, давайте сравним. Посмотрим, кто как лучше. А это было, вот тогда Репников писал. И были какие-то другие пьесы, но их было не очень много тогда. В основном играли очень много классики. Мне, например, отец, почему, собственно, я сыграл «Краковяк» из оперы «Глинки» Иван Сусанин. Он у меня не музыкант был, он работал на фабрике. Платки павловские делали в Павлопосаде. И вот он их там, значит, с девушками, там, у него целая бригада была, а он был помощник мастера. Зашел в книжный магазин, за 10 копеек купил «Краковяк». И вот принес мне, вот красные такие ноты отдельные. Жень, сыграй «Краковяк». Я говорю, пап, ну это же, говорю, «Краковяк» из оперы, ты понимаешь? Это вот не такой «Краковяк», который... Да ладно, ну что ты, говорит, там, ну... Ну я взял его, начал потихоньку разбирать, потом бац, и выучил на памяти, сыграл. Учитель мой сразу как-то так... Он не ожидал, он мне там что-то давал, какой-то там это самое... Ты поди мою коровушку домой, там, что-то... А я им приношу... И смотрел, ты что это, сам, говорит, выучил? Ну вот такие бывают смешные в жизни истории. А также он с удовольствием поиграл для своих слушателей. Вот эта мелодия, знаете, да? Как это называется? Ну, молодежь. Точно. Комаринская. Но в Ливнах вот два барыня. Нехитрый наигрыш, да? Абсолютно, вроде там 3 аккорда. Не 3, 2. По-настоящему, по-народному барыня вот так звучала. И так далее. Вот это наигрыш, который назывался «Гони кур со двора». Понятно? И вот и входил гармонист. Он на ливенке играл. Если гармониста, значит, куда-то там, значит, звали на вечерку или там, он играл вот все эти наигрыши. Очень популярный был такой наигрыш. Что это такое? Точно, это мотание. Но, понимаете, вот в Ливнах дело в том, что там вот это мотание, она известна, да, в разных областях. И в Сибири играют, и еще где-то. Ну, в основном, конечно, в центре России. Липецкое мотание. А вот у них это мотание, она имела свой какой-то вот местный такой колорит. С чем это связано? Гармонь Ливенка – это гармонь в мицелидийском строе. Если я понятно, внятно выражаюсь, как говорят, адекватно. Ну, мы как-то эти лады народной музыки вообще не изучаем с вами, правильно? Нет? Ну, так, если изучаем, так мы им проходим. Но серьезно этим не занимаемся. Соль-мажор, да? Афабика. Получается, 7-я ступень понижается, миксолидийский лад. Вот этот лад, он очень был, так сказать, характерен для той местности, вот именно вот Ливенского
района, уезда, как раньше. Потому что вот эти страдания звучали в мексилийском лагере. Соль мажор, но с фа бекар. И очень часто, вот у них... Вот это наигрыш называется, ну, это уже такой чисто местный наигрыш, черный брови называется. Черный брови. Еще там был такой... Значит, наигрыш, который называется «Чапай». Два варианта, или «Колчак», или «Чапай», кому как нравится. Потому что там, значит, текст такой. Мы встречали Чапая, Чапаева милого. Мы прогнали Колчака, самого постылого. Вот. По-разному, поэтому где Колчак, где Чапай. Это наигрыш еще сохранился в репертуаре ленинских гармошек. Ну, есть еще. Ну, этого, конечно, то, этого точно уже не знаете, да? Это бычок называется. То есть здесь вот тоже. Смотрите, миксологический лад. Железного держится везде. Вот поэтому Ливенко настраивалась на миксологический лад. Там седьмая панельная ступень, и вот получалось так, что вот эти кнопочки в правой, однорядка, одна, и несколько басов, 6-5 басов, вот, и все. Но у Ливенки были такие интересные приемы игры, которых не было ни на одном другом инструменте. Вот гармоник, вы знаете, огромное количество, да, разновидностей существует, огромное количество гармоник. Особенно богата у нас Россия. То есть, если кому-то удастся побывать в музее гармоники Альфреда Мирека в Москве, вы посмотрите, вот там огромные коллекции собраны, этих гармоник. И там есть такие гармоники, которые давно уже вышли из употребления. Там Новоржевские какие-то, Касимовская, Поповка, там еще там какие-то всякие там кирилловские там и... Ну, у нас в каждой местности обычно создавались какие-то свои варианты. Вот у нас, например, в Орловской губернии было два варианта гармоник таких очень известных. Это Ливенка в Ленинском, и рядом Елецкий уезд, 70 верст от Ливен. Елецкая рояльная, вот так называлась. Елецкая. Почему рояльная? Потому что не кнопки, а вот такие, да, вот эти клавиши, как на аккордеоне, такие длинные, да, пластинки. Вот рояльный, вот как рояль. И там, значит, бас был, вот такой узкий гриф, бас надо было брать вот здесь вот, бас спереди, а аккорд был сзади. Вот такая техника игры очень своеобразная. На Елецкой рояльной гармонии. На Ливенке тоже была своя техника игры, но там особо не разбежишься в плане виртуозности, да? Хотя, конечно, там тоже свои виртуозы были. Но зато удивительное было количество приемов игры мехом. Просто огромное количество игры мехом техники, которая, значит, не встречается нигде. Вот, например, был такой прием. У меня здесь не Ливенко в руках, вообще у меня дома есть Ливенко. Но, понимаете, я просто хочу сказать, вот, например, такой прием. Вот это веер, да? Мех вот так развивается, веер. В обратную сторону. Это уже абажур называлось. Потом, значит, там забор, такой прием, забор. Когда гармонисты вот так вот, они собирались там, примерно, два, три. Один мех растягивает вот так, а другой вот друг к другу. Да, вот так получалось, вот они таким, русский забор такой. Ансамбль римский гармошек. И еще, значит, кроме того, что они играли тремоло. Да. Значит, кроме того, что они играли тремоло мехом левой рукой, как все нормальные гармонисты, баянисты, да?
закрывал стремало мехом правый. Тогда, то есть это довольно-таки часто. Ну, я не могу там вам просто, вот это конечно, отдельная тема для отдельной лекции, как говорится. Такой интересный прием игры, который назывался «Полоскание белья». Вот это. Ну, это прием, который потом Фридрих Робертович назвал «рикошет». Они, так как там в Ливнах были не профессора, назвали просто по народу «полоскание белья». Это как баба белье полощет там на речке. Вот они это увидели и так же вот делали это с Ливнами. Ну и существовал такой, значит, у них обычай, если парень шел к девушке на свидание, он играл такие медленные страдания, показать, как он страдает по ней. Это называлось к ней. От нее веселый, довольный, уже играет. Ну, обратите внимание на то, что гармония очень своеобразная. Вот, ну, казалось бы, такой элементарный наигрыш вообще просто. Вот это сыграет любой. Вот, как говорил Андреев, я любого за 5 минут на балалайке могу научить. Помните, да? Он так говорил. Чем он всех купил? Все начали там просто на балалайках играть тогда, просто весь народ играл. Солдаты играли там, все. Все подряд. Потому что удобно. Выучил там позиции, как сейчас на гитаре, на барре, там, и там струн меньше, и все это легче было. Вот. Показал там 2-3 аккорда, и все, он уже сидит там за лампой играет, там, все, народ там пляшет и поет. Все, блеск, да? Так же и здесь. 2 аккорда, вот это наигрыш. Вот это наигрыш называется «Гони курса двора». Значит, я вам уже показывал. В чем тут особенность? А в том, что он... Вот такой, так сказать, как это называется, такая плавающая тональность. У него нет определенного лада. Это вот, можно сказать, вот я играю сейчас, да, соль мажор, ля минор. Какая тут тональность? Соль мажор или ля минор? Соль мажор, да, вроде бы, но кончается на ля миноре. А мы тональность определяем по последнему аккорду, да? Вот это вопрос для теоретиков такой. Да? Что первичное, яйцо или курица. И здесь вот какая-то тональность, понимаете, такая ерунда, вроде простота, невероятно, всего 2 аккорда. Но задача такая, головоломка. Видите, вот в народной музыке очень много таких бывает, кажется. Мы, конечно, баянисты у нас немножко по-другому барыни играют. Правильная гармония, вот тоника, доминант, тоника, субдоминант. А там вообще все совершенно не так. Но у меня 2,5 года назад внучка родилась, назвали ее Вероника. И вот когда она родилась, я написал такой вальс «Вероника». Thank you.
Кстати, Евгений Дербенко еще и прекрасный педагог. О своих учениках он рассказал с любовью и гордостью, а один из них приехал вместе со своим учителем. Знаете, у меня сейчас учатся ученики из разных городов России, в том числе и с Украины. Учатся, да. Они приезжают в Орел, потому что во многих местах еще не существует класса гармонии. У нас, к сожалению, вот очень мало музыкальных училищ. Ну вот в Архангельске открыли по моей программе работать. В Кирове, в Тюмени. В Курске ученик мой Дмитрий Шилов ведет класс гармонии. Он тоже, значит, ну есть такой еще у меня замечательный парень Михаил Коломыцев. Очень много записей в интернете. Он солист Москонцерта, закончил. Тоже получил высшее образование. Потом есть такой прекрасный парень, девочка такая, Лия Брагина. Она тоже закончила училище. Из Архангельска эта девочка. Сейчас учится в Питере в академии. Значит, и вот. То есть, а Павел, значит, сейчас у меня класс такой. Вот Павел из Брянска, Данилов Сережа из Архангельска. Есть еще парень из Самары. Дима Нестеров поступил. В общем, они все вот из разных мест. И орловские. У нас гармонистов в Орловском музыкальном колледже больше сейчас обучается, чем баянистов и аккордеонистов. Вместе взяты. Вместе взяты. На всякий случай, это что? Я не в качестве рекламы хочу. Вот я такой сякой. А потому что развивать надо все направления. Понимаете? Вот было когда-то такое... Было какое-то мнение такое, один уважаемый профессор Гнесинки, он внедрял такую мысль, что аккордеон – плохой инструмент. Вот надо на баян всех аккордеонистов переводить. И я, кстати, тоже там одного своего аккордеониста перевел на баян. Вот за 4 года закончил, но он немножко помучился, но разные же инструменты. Да? Вот было такое направление, нам дано было указание из Гнесинки, потому что аккордеон – плохой инструмент, наши аккордеонисты не проходят ни на каких конкурсах, там, везде баянисты, аккордеонисты всегда остаются за бортом. Первый, кто там, значит, попал на международный конкурс, это был Юрий Петрович Гранко. Не путайте только с этим. Да, отец вот этого ныне широко известного виртуоза, мастера шоу. А вот он тогда первый из аккордеонистов пробил дорогу аккордеону на международный конкурс. И, собственно, вот так пошло утверждение аккордеона как сольного такого концертного инструмента. До того даже такие были мысли. То есть я считаю, что гармонь также надо развивать, потому что у нас сейчас, кстати, в России какая-то мода появилась на бандонеон. Вот. И вот эти вот все танго, пьяццола, я понимаю, что все там от этого сходят с ума, там мода, все. Но нам-то все-таки, мы же в России живем, мы же должны свои инструменты развивать. И вот как еще один из таких примеров музыки, написанной на классической основе, Павел Фомин сыграет, есть у него такая пьеса, которая называется «Итальянская увертюра». Она написана на темы итальянских композиторов-классиков.
А после встречи со студентами в Ульяновской филармонии прошел творческий вечер известного гармониста, где звучали написанные им музыкальные произведения. Атмосфера царила праздничная, нарядная, и мы точно знаем, что никогда не умолкнут гармони России. Thank you.
Ульяновске, и вот когда был последний раз, была тогда одна «Оскар» в суде, номер один. Сейчас их уже четыре, потому что мне очень нравится музыка, связанная с Волгой. Ну, Волгу, ее в России все любят. Это же символ России. Вот. И сейчас я с большим волнением, радостью хочу вам представить это новое сочинение. Итак, «Оскар» в суде номер четыре.